Привет всем, с вами ваша Silva Butterfly, серебряная палочка. Я купила еще одну косметичку, потому что там были другое наполнение немножко. И я решила, ладно, так ему и быть, так тому и быть. Купила вот из-за того, что дали вот такой крем Privage. В другом наборчике мне дали просто тюбик, а здесь Anti-Aging Moisture Cream SPF 30. Здесь так вот. Ой, какой классный цвет. Как будто топлёное молоко. Ну что ж, я попробую. Было бы неплохо это иметь летом, потому что SPF всегда помогает охранять себя от солнца. Вообще некоторые люди не заморачиваются насчет солнца, а уже надо бы. Говорят, что это очень вредно. Что тут у меня еще есть? Опять мне надавали этих миллионов идолов и лавебель. Уже можно мариновать. Но я подарила уже кое-что. И вот это вот теперь придется, наверное, дарить. Extra Firming Fito Serum. То есть такой вот очень усиленный фито. Такого у меня еще не было. У меня был в красненьком, у меня был в белом, у меня был в синеньком. Вот теперь еще такой. Очень интересное кино. Обязательно попробую. Мне еще нужно вот этот с вами рассмотреть получше. То есть это масло. Вот такое. Мне всегда хотелось что-то такое попробовать масляное от Clarins. Еще кое-что я уже там подарила. И идем дальше. Lancome Base de Mascara. А, так это база для маскары, для туши. То есть сначала ее, а потом саму тушь, чтобы ресницы были очень длинные. Класс. Еще одна ланкомовская помадка. Интересно, какой цвет здесь? Опять wannabe. Ну что такое? Еще одна wannabe. Wannabe, wannabe, wannabe. Ну, люблю такой цвет. Вообще люблю Lancome, пусть будет. Тут еще три крема и еще что-то. Так еще одна ланкомовская. Это, скорее всего, тушь. Black Noir. Definisil. Да, это тушь. Какая прелесть. То есть, если я этим и этим покрашу, будет кайф. Так. Вот еще. Филорга. Филорджа. Мне дали аж три разных вида. Intensive, Night Mask и Reverse. Такой, такой. И такой. Кстати, из предыдущего подарка я начала использовать вот этот крем. Какой же он классный. Покажу немножко. А пахнет. Это вот как будто взяли, вас окунули в ванну с миллион лепестков роз. И после этого вот ваша кожа такое делает движение, slurp по-английски называется. Вот когда... Как это по-русски? Когда вы всасываете вот эту вот макаронинку, спагетти, и она все заглатывается. Вот примерно такое действие производит кожа с этим кремом. Я вот даже думаю, я никогда не покупала эту фирму, а она стоит того, вот именно вот это вот интенсив Филорджа. Обратите внимание. Так. Но самое прикольное, на что я клюнула. Мне опять дали свечку от NYX. Но не эту, которую предыдущую. Это просто, где они такие... Ну, это супер-супер вкусные свечки нарыли. Называется Prodigio, а здесь Prodigio Floral. Это... Я не могу описать словами, насколько они мне нравятся.
Вот просто ради одних свечек можно было купить вот эту косметичку, полную всякой радости, да? Но... Так, а где у меня пилочка, опять же? Ага, потерялась. Так, что делать, что делать? Сейчас. Попробую открыть с такой кисточкой. Не хочу поранить. Где моя пилка? О, какой кайф! Вот такая вот свечка. Вообще Нюкс. Они должны свечи производить уже на пару с косметикой уходовой. Вот это что-то с чем-то, скажу я вам. Даже не могу описать. Это какая-то композиция, ну, подумаешь по цвету, что это роза, но это даже не только роза там. Это какой-то абстрактный букет, и что там только нет, но нет описания. Я, наверное, озабочусь. Здесь вот это вот флораль. Вот это, и скорее всего у них есть еще, наверное, какие-то виды, надо узнать. Скидаю я сейчас все это добро обратно и покажу еще одну покупку. Вот, помните, я делала вам обзор на желтенький такой, а это красный. Надо было мне распечатать, не при вас. Ну, открываю при вас. Так это не красненький. Я думала, это красненький, а это... О-о-о. Нет, это красненький. Называется Me and My Selfie. Я и мой селфи. Ну что ж, попробуем нанести. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, какой кайф! Это просто какая-то современная игрушка для молодежи. Надо почитать ноты. Ну так что ж. Миндальный, цветочный, бальзамический, ореховый, сладкий. Относится к восточно-цветочной группе. Такой классный ароматик я подхватила. Сделан в 2019 году. Для женщин принадлежит группе восточно-цветочные. Миндаль, средняя нота магнолия, база бобы тонко. Опять же, коротко, ясно, всего три ноты. Аккордов больше, чем нот. Ну, это понятно. Из аккордов можно из трех нот создать несколько аккордов. А, точнее, неисчислимое множество, если еще мы приплетем туда джаз. Так. Кстати, у меня вот эта новая такая моя... как это, не знаю... Жакетик, да? Вот. Ну, я довольна покупкой. Это не запланированная покупка. Я просто зашла в Зару. Конечно же, пошла к парфюмному отделу. Взяла и покупила. Там оставалось всего три. Ну, хоть бери и беги. Но я так не буду делать, потому что мне и одного хватит. Раньше я делала так. Я еще бегала и брала себе бакап там, или для кого-то. И потом это складировалось. И потом начинаешь понимать, что ты как бы покупаешь, ну, кому-то пойдешь на день рождения, там с кем-то встретишься, что-то как-то. А с этими событиями и вообще жизнь становится с возрастом, твой круг как бы сужается. И тебе надо новых друзей искать, чтобы тебя хоть кто-то позвал на день рождения, чтобы ты ему подарила какой-нибудь такой вот презент. В итоге у меня больше, чем положено, и я всегда себя за это виню, потому что я думаю, зачем мне столько? У меня вот так каждый раз такое guilty feeling, то есть это чувство вины. А этого не надо допускать, потому что чувство вины – это не очень хорошее чувство. Задумайтесь. В общем, так. Камера почти уже не работает, там 1%, но мне все равно пришлось перезарядить, чтобы просто вам сказать пока.
С вами была Силва Баттерфлай, Серебряная Бабочка. Вам расскажу чуть позже, более подробно об этом аромате. Но пока мне очень-очень понравился. Всего самого доброго. Пока-пока.